Всем привет! Сегодня я хочу показать, как шить двойной иглой. Я обычно использую иглу для трикотажа, поэтому она у меня стрейч. Нитки лучше брать одинакового размера, то есть если берете номер 40, то номер 40. Если берете, допустим, из полиэстера, то две катушки должны быть из полиэстера, не обязательно одного цвета, если у вас, например, какая-то декоративная строчка. Так, когда мы заправляем нитки, катушки у нас должны прокручиваться в разные стороны. То есть одна игла у меня идет, нить идет так, другая так. И заправляем мы нити, как обычно. Далее. Та, которая левая нить, мы ее заправляем в петлитель и в иглу. Вторая нить у нас свободно будет идти, мы ее заправляем в правую иглу. Вот так вот. Строчку выбираем обязательно прямую, вот эту вот А. Если вы, допустим, хотите выбрать какую-то из вот этих вот строчек, то если в том случае, если у вас расстояние между иглами маленькое, вы сначала, когда переключите, вот я переключила, вы проверяете, не ударяется ли она у вас об лапку и об игольную пластину. Если ударяется, тогда не подходит эта игла для других строчек, поэтому шьем только прямой строчкой. Длину стежка выбираем любую, которая подходит вам для вашей машинки. У меня обычно стоит 2,5 либо 3. Вот, допустим, у нас есть отрез ткани трикотажной, и, допустим, нам нужно обработать край рукава. Мы подгибаем таким вот образом и строчим мы по лицевой стороне. Прострачиваем мы не спеша, так как, чтобы исключить также пропуск стежков. Если у вас обычная игла и она делает пропуск стежков, тогда купите такую специальную для трикотажа. Так вот получается с лицевой стороны, вот так получается типа зигзага с изнаночной стороны. Вот это вот можно срезать аккуратненько. Вот, допустим, так. И прогладить это хорошенько, и получается вот такая аккуратная строчка. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!